Honda CRF 250L 2023 годом заявлен на аукционе. Пробег 1 километр. Мотоцикл абсолютно новый. Никто на нем не ездил. Новая резина. Тормозные диски, колодки, цепь. По мотоциклу вопросов в принципе нет. Пришел он без зеркал. Зеркала установили мы уже здесь. Такие, кстати, очень хорошие. Штатные идут чуть-чуть похуже. Эти поинтереснее. Два ключа. АБС отключаемый. Переносили с кнопки. Пробег один. Показывает бензобак. Остаток. И каждую передачу. Цвет вживую очень красивый. Есть подножки для заднего пассажира. Жира. Пишем, звоним, покупаем. Цена данного мотоцикла очень и очень приятная.